Два варианта, помним. Либо мы в наглую пробиваем ногу его, чтобы перейти во вторую, потому что нога, он этой ногой выбирает дистанцию. Просто так ее тяжело будет забрать, толкнуть. Просто так, из-за ноги. Поэтому наша задача пробить ее, сделать шаг, перейти во вторую. Второй вариант, это когда мы меняем стойки. То есть, смотрите, он полностью упор делает на мою ногу переднюю. Ее защищает, то есть отдавливает ее. Моя задача переднюю поставить назад, видите, он начинает валиться. Я иду во вторую. Не падайте на колени, как в рэк. Приняли мяч, побежали. Во вторую перешли, то есть просто бежим. Давайте еще раз. Влагу. Пробиваем. Толкаем. Голову не вытаскиваем, голова также будет здесь. Второй момент. Поменяли, побежали.